из телефонных разговоров в Одессе. «Григорий Семенович, а Яша здесь?» «Яша? Еще как здесь!» В квартире на Малой Арнаутской, 13, зазвонил телефон. «Алло, можно попросить Шлему к телефону?» «Здесь такой не проживает». «Извините». Через 5 минут снова звонок. «Простите, можно попросить Шлему?» «Я вам уже сказал, у нас таких нет». Через 5 минут опять звонок. «Попросите, пожалуйста, к телефону Сему». «О, это другое дело. Шлема, тебе к телефону». «Алло, это Одесса? Матвей, как жизнь? Хорошо? Ой, извините, я не туда попал». «Алло, Блямберга, можно к телефону?» «Он на даче». «На какой даче? У Блямберга нет никакой дачи». «Он на даче показаний». «Алло, Сёма, вы уже знаете, что меня поставили телефон?» «Понятия не имею». «Как, разве вы не читаете телефонную книгу?» «Алло, это милиция?» «Нет, это квартира, но если вы хотите, я могу позвать к телефону мою жену». «Алло, алло, это Одесса, это Одесса!» «Что вы кричите? Пока еще да».